Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Полтора года переписываюсь с мужчиной, тут он ставит меня перед фактом, через месяц я к тебе прилечу. Не могу переписываться, хочу тебя увидеть и обнять. Все бы ничего, но ситуация омрачает то, что я сильно поправилась за последнее время из-за гормонального сбоя. И теперь выгляжу иначе, чем на фото с сайта знакомств. Хотя присылала ему свежие селфи и фото в полный рост. Вроде ничего не говорил, восхищался, но в любом случае лишний вес есть. Страшно не понравится ему, страшно, что что-то пойдет не так. Сразу вспоминаются слова моего бывшего, которые я узнала, прочитав их переписку с моей подругой. Когда я ее впервые увидел, мне захотелось убежать. Конечно, я ее люблю, если бы меня интересовал только секс, я выбрал бы гораздо более хорошо сложенную девушку. Хотя я тогда была очень даже ничего, 48 размер при росте 175. Короче, вообще не понимаю, что делать, как убрать скованность, сделать так, чтобы мой внешний вид не был для него сюрпризом. Я думаю, что глобально ваша проблема заключается в том, что вы нарушаете свои личные границы сами. И я думаю, что вы какой-то в той или иной степени себя предаете. А уже дальше это, скажем так, амплифицируется на отношение к людям, к мужчинам. Я боюсь, что вы сводите свою ценность чему-то материальному, к интиму, к красоте, к, не знаю, интересу, может быть. И в таком ключе вы выстраиваете свои отношения с мужчинами, в частности. Это, как мне кажется, большая проблема. Потому что человеком, ну вообще человеком, любым, может случиться все что угодно. Когда угодно. К сожалению. Или, к счастью, мы этого не знаем. Но случиться может все. Все. Абсолютно все. И, само собой, что в случае, когда с человеком что-то случается, он меняется. Меняется его внешность. Меняется его телосложение. Меняется его внешний вид. Человека бывает порой не узнать. Так бывает. Мы все живые люди. То, что вы переживаете из-за этого, говорит о том, что свое взаимодействие с мужчиной, скорее всего, вы выстраиваете, как мне кажется, ну вот такую, я бы сказал, формальной форме. То есть, если вы переживаете за свой внешний вид, что вы поправились, что вы изменились, что у вас появились какие-то, ну, там, не знаю, да, особенности. Это говорит только о том, что, скорее всего, вы себе сами не интересны. Ну, как это? В полной мере. Вот, вы себе сами не интересны в полной мере. И, возможно, в полной же мере вам не интересен мужчина. То есть все это происходит, все это актуально только до той поры, пока вот вы, что называется, ну, кондиция.
Но если вы изменились, если вы поменялись, то все, вы тут же стали неинтересны. То есть здесь нужно обратить внимание на свою собственную цену, на свои жизненные ориентиры, на чувства к мужчине. То есть не на то, как я для него выгляжу и как он меня воспримет. Он может воспринять вас на самом деле как угодно, и вы на это не можете повлиять. А вам нужно обратить внимание на то, что я к нему чувствую, и что я ему хотела бы дать, что я хотела бы ему выразить, как бы я хотела ему это выразить, ну и так далее. Вот на эти вещи, на эти все вещи вам нужно обратить свое самое пристальное внимание сейчас, да? Вот, потому что это является основой для отношений. Следующий момент. Вы говорите про бывшего и про то, как вы прочитали его там, переписку. На мой взгляд, данный факт свидетельствует о том, что как минимум у вас не было уважения к нему, к бывшему. Не было доверия к нему, иначе бы переписку вы бы не читали. Но вместе с тем, нарушив личные границы другого человека, вы нарушили личные границы свои, затронув личные границы другого. А значит, вы обесценили и принизили саму себя. Это тоже очень важный момент. Если вы так сделали, значит, вы выбрали таким способом обратиться с теми чувствами, которые у вас возникли к бывшему молодому человеку. Что это за чувства? Обида, злость, непринятие, отвращение, может быть, что-то еще, неизвестно. Но факт остается фактом. Какие-то чувства были, они остались невыражены. Вы с ними обратились вот в такой форме, прочитав переписку, и чувства остались в туне. Да, вас это травмировало только потому, что вы не выразили то, что нужно. То, что хотелось, вы не выразили этого. И поэтому вы сразу это вспомнили. Вероятно, вы даже с этим мужчиной общаетесь, в том числе для того, чтобы убедиться, что вы там, ну, не знаю, что вы интересны. Ну, как это сказать, что вы интересны, ну, по-прежнему, скажем так, да? Вот. И так далее. Тут довольно непростой момент в этом смысле. Но вот, я надеюсь, вы понимаете. То есть тут лучше не гадать, а поработать, но тем не менее. Вот. Поэтому вам нужно выразить все эти чувства к бывшему молодому человеку. Ну, вот. Те эмоции, те обиды, то вот все, что у вас есть. Ну, вот. Необходимо выразить. Для чего? Чтобы это внутри вас не было. Вот, потому что сейчас это вас отравляет, к сожалению. И портит, в общем и целом, отношения. Ну, вот. Если вы выстраиваете зрелые отношения с мужчиной, да, с кем угодно, на самом деле. Не обязательно только с мужчиной, вот с кем угодно. Если вы выстраиваете зрелые отношения, то совершенно не важно, как вы выглядите, вот. Но если вы выстраиваете отношения незрелые, то да, в этом случае, конечно, внешний вид выходит на первый план. А чему, простите, еще выходить на первый план? Ну, больше нечего. Вот. А с вашим молодым человеком, бывшим, произошла интересная история. Он говорит, что, ну вот, если бы меня интересовал только секс, я бы ее никогда не выбрал. На самом деле,
правда заключается в том, что здесь как будто бы рационализация. То есть хватает, ну, условно говоря, хватает каких-то ресурсов для того, чтобы понимать, например, что мы с людьми сходимся не ради внешнего вида, но в то же время не хватает внутренней наполненности и интенций для того, чтобы это реализовывать. Думаю, что с вашей стороны было так же что-то подобное. Я думаю, так. И соответственно, на мой скромный взгляд, и именно в этом направлении, вот, то есть в направлении, ну вот в тех направлениях, в направлении, о котором я говорил, то есть в направлении выстраивания зрелых отношений, вам и нужно двигаться, вот. А такое, в данном случае, мое мнение, вот, ну, скажем так, да, с точки зрения психологии. Вот. Естественно, что вам я, ну, не буду свою позицию навязывать, да, вот. Все, что вы можете сделать, это быть собой, быть естественной, вот, и просто дать человеку все, что у вас есть, все тепло, всю нежность, всю заботу, всю энергию, которая у вас не есть, вот, всю любовь и так далее. Но, конечно, ситуацию несколько омрачает то, как вы с ним общаетесь. То есть вы говорите о том, что вот я ему там присылал, значит, свои фотографии, да, там, и так далее, он все видел, ничего не сказал. Вопрос, насколько вот эти фотографии, да, играют существенную роль в вашем взаимодействии, и не происходит ли так, что за фотографиями, за внешним видом, например, вы не забываете, допустим, все остальное. Общие интересы, общие взгляды, общие модели поведенческие, вот, и так далее. То есть вот такие довольно-таки важные элементы для построения отношений. Вот, не забываете ли вы все это, да? И вполне возможно, я в этом не уверен. Я не знаю, как на самом деле, вот. Но, может ли быть так, что вы как будто бы сами сомневаетесь в своих отношениях, вот. То вы просто сами сомневаетесь в том, какие у вас отношения, какие отношения вы выстраиваете. Может ли быть так? Попробуйте задать себе этот вопрос. Попробуйте спросить себя об этом. Я думаю, что это будет как минимум не бесполезно. А как максимум вы вполне возможно смогли бы, ну, пересмотреть, провести ревизию
взаимодействия с мужчиной. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго.